приехали. Наша большая покупка на бэк-ярд. Мы купили большой зонтик. 11 фит. У него сейчас было $50 скидка. Место на вес, и плюс налога нету сегодня, так что двойная скидка получается. Так что у нас сегодня большой день. Вот, пришли еще купить всякие штучки, что-то еще, дрючки. Нам нужно мальчик. И все рады и довольны. Привет. Ну что, вот сверху выглядит так коробка. Каби, осторожно, сейчас мы будем раскрывать. Иду! Итак, мы раскрыли. Мы, кстати, купили так вот там вот этот вот бейсик. Он не очень хороший, который держит. То есть он есть, но он неустойчивый. Продается хороший, еще $400 стоит. Мы и так за этот заплатили. Короче, так же, как зонтик. Стоит еще бейсик зонтик. Поэтому покупают утяжелители. Такие в виде обычных кирпичей, которыми вот выстилают дорожки и так дальше. Вот мы купили утяжелитель. Вот. А что это за зеленый брезент? А басиса нету здесь вообще никакого? Не, вот здесь. Надо на загранку можно делать здесь. Кого? Не знаю, я сейчас вот соберу все инструменты. Это как он строится, видишь? А вот есть басис. Ну посмотрите, максимум эти камушки можно будет вернуть, да? Нам все равно. Камушки уже будет вернуть, но сейчас мы. Нам надо под токи не важно. Не, в камушке это фигня, это что-то на тех камушках. Просто где басис? Вот, сейчас будем собирать басис. Сейчас будем собирать из этих пластиков. Вот инструкция. Будем сейчас смотреть, как это все ставить. Даже лего. Лего, все лего. Каждый сам может сделать все. Тяжелая, Костя? Самое тяжелое. Ну да, потому что металл сплошной. Это вот так. Вот как моя малинка пошла, цветочки, листочки дала. Пошли зеленые отросточки после стимулятора. Прошлый год она просто сухо тупо простояла, так что стимулятор работает. Так, вот первая часть. Крест на крест две железки поставили. Не, ну они достаточно длинные. Да, они хорошие. И по идее, как бы вообще в магазинах и везде, я знаю, что люди вот эти вот квадраты, которые мы взяли, эти камни, они вот так накладывают, чтобы они держали эти рейки. Ну, как бы для большей устойчивости, потому что бывают такие сильные ветра порывистые, что просто это не сорвало этот зонтяра на детей. Потому что эта махина еще та, он очень тяжелый. 40 килограмм, да? Да. Сам зон 40 килограмм. Это вся металл и так дальше. Это сейчас Костя раз... Все болтики, естественно, даны, чтобы это скрепить между собой все. В общем, устанавливаем бейсик. Здесь он вас будет спасать. Я в этом даже не сомневаюсь. Окей. А как мы это будем вставлять? Как это должно сесть? Ну, вставь, чтобы каждый был угол на своем конечнике. Да.
Ну вот у меня была самая тоже штука. Супер, главное, чтобы эти углы не спотыкались. Ну, я бы видно, что нет. Так, Габочка, кто там? Кис, ты пока будешь снимать перчатки, у меня идет время. Просто натягивается на крючки. Угу. Вот такие крючки. И они просто натягиваются на это. Вот так красиво получается. Ну все, вот гигант 11 инч. С двойной крышкой, сверху крышечка, то есть, фит? 3 метра на русском языке. Ой, как здесь прикольно получается, вау, какой тенечек. Ну, вот это, скорее всего, нам придется снять, потому что, чтобы там мыши не завились, вот эту тряпку. И мы красиво сделаем и покажем потом, мы сделаем камешками мелкими, засыпем, чтобы было красиво, ну, хоть какие-то декорации. Все, сейчас это все будем раскладывать, все весь наш детский сад. Вот, главное, что на лавке у нас тоже такая же подстилку мы купили бордовую. Еще один зонтик. Ну, тень будет шевелиться, подожди, а зонт шевелится же сам. Если я смогу его подвинуть? Нет. Подожди, вверх-вниз как-то, он же должен делаться. Это ручка, которая его собирает. Это ручка собирает, да, вот так ручка собирает. Можно сделать маленький закрывшийся цветочек. А это раскрывает. Вот так это выглядит. Вот так вот. Суперовски! Нет, если